Сегодня мы в честь светлого праздника Пасхи приехали на святой источник святого мученика Пантелеймона в Солохаул. Много людей здесь. Купели наполнены. Весна. Водопады полные воды сейчас. В этих купелях делают омовение люди. Набирают воду. Находится источник в поселке Солохаул. Это примерно 22 километра от Батумского шоссе, от трассы А-141 по улице Армавирской в сторону Волковки, кто захочет вдруг приехать. Рядом находится мужской монастырь. Вот так здесь красиво. Вот это самая дальняя купель. Она находится за таким большим камнем. Это кто люди стесняются раздеваться там, где много людей. Вот за этим камнем заходят в самую дальнюю эту купель и делают омовение. Люди набирают воду.
Thank you.